Мама двоих ребятишек Наталья Пересветова – водитель с 20-летним стажем. Безопасность на дороге для нее превыше всего. Соблюдает правила дорожного движения и к перевозке своих детей относится со всей ответственностью. Я всегда соблюдаю правила, стараюсь, по крайней мере. Двое детей, и оба у меня ездят пристегнутыми. На один у меня уже взрослый, поэтому мы уже отказались от этого. А второй обязательно, просто обязательно. И даже я не приемлю, чтобы на переднем сиденье они сидели, обязательно сзади. Таких, как Наталья, немало. В этом каждый раз убеждаются сотрудники госавтоинспекции, которые раз в неделю проводят рейды «Детское кресло». Водители в Ленинском районе внимательны к безопасности своих малышей и пользуются удерживающими устройствами. Но, к сожалению, статистика по Московской области показывает, количество пострадавших детей в дорожно-транспортных происшествиях растет. Одна из причин – неправильная трактовка нового закона о перевозке детей в автомобиле. Изменения, которые коснулись у нас в 2017 году в ноябре месяце детских кресел, там уже сказано, что от 7 до 12 лет детей можно перевозить в машине, пристегивая только ремнем безопасности. И многие родители считают, что вообще можно не пристегивать детей. Ребенок обязан быть пристегнут. И в правилах дорожного движения сказано, что может быть пристегнут штатным ремнем безопасности, либо на усмотрение родителей с использованием специальных детских удерживающих устройств. В ходе минувшего рейда нарушений по перевозке детей выявлено не было. Но чтобы лишний раз напомнить водителям о важности использования детских кресел и иных удерживающих устройств, инспекторы раздали автолюбителям памятки, а юным пассажирам – фликеры, светоотражающие элементы. Безопасность превыше всего. Я пристегнутый ребенок, в кресле должен быть пристегнут. Кстати, фликеры госавтоинспекторы вручали не только пассажирам, но и пешеходам, которым они жизненно необходимы, особенно сейчас, когда световой день очень короткий. Фликеры позволяют стать увиденным на дороге и снизить риск наезда на пешехода. Юлия Погосян, Владимир Андрианов, Сергей Ларин, Видное ТВ.